Друзья, всем привет! С вами вновь компания RDM Import, и вы находитесь на канале «Первый видеоавторынок». Мы продолжаем нашу серию коротких обзоров на тему, на что обращать внимание при покупке той или иной модели подержанного автомобиля. И сегодня герой нашего ролика – Lexus AS250. Lexus AS250 в кузове XE20 компания Toyota представила в 2008 году. Автомобиль продолжал выпускаться с некоторыми изменениями до 2013 года и прошел через два рестайлинга. Первый рестайлинг автомобиль пережил в сентябре 2008 года, следующий рестайлинг в 2010. Данный автомобиль поставлялся на несколько рынков. Это рынок Европы, России, Японии, США. Для каждого рынка автомобиль мог иметь свои определенные особенности. Здесь было большое количество двигателей, которые могли устанавливаться на эти автомобили. Младшим мотором был двигатель объемом 2,5 литра мощностью 208 лошадиных сил, как в нашем случае. Также были моторы 3-3,5 литра, и была спортивная версия Lexus ASF, которая имела двигатель серии UR 5-литровой мощностью 430 плюс лошадиных сил, но на момент подготовки материала ни одного такого автомобиля на территории Российской Федерации в продаже обнаружено не было. Также эти автомобили могли комплектоваться различными вариантами коробок передач. В основном это были автоматы, но для версии 2,5 литра для американского рынка компания также предлагала механическую трансмиссию. Также механики комплектовались крайне редкие у нас дизельные автомобили для рынка Европы. Кроме того, все машины, продаваемые по каналам официальных дилеров на российский рынок, шли по умолчанию с задним приводом, но для некоторых рынков автомобили выпускались также в полноприводном варианте. Забегая вперед, необходимо сказать, что какой бы вариант вы ни выбрали, с задним либо с полным приводом, дилер либо США, опасаться проблем с запасными частями вам в современных реалиях вряд ли придется, поскольку донором для вашего Lexus по большой части агрегатов будет Toyota Mark X или Mark 10, кому как больше нравится, в 120-м кузове. А это автомобиль весьма и весьма нередкий на Дальнем Востоке. Ну а теперь перейдем непосредственно к разговору о нашем экземпляре. Данный автомобиль 2008 года выпуска имеет двигатель объемом 2,5 литра и автоматическую коробку передач, соответственно, задний привод. И по традиции в начале обзора пара слов о кузове автомобиля, качестве окраса и сопротивляемости ржавчине. У Lexus AS250 с этим все обстоит очень и очень неплохо. При осмотре на предмет коррозии стоит проконтролировать задние арки, также обратить внимание на состояние порогов под пластиковыми накладками и особо уделить внимание стоит состоянию днища автомобиля в районе бензобака. Вот, пожалуй, и все. Как правило, AS250 страдает не от коррозии и гнили. Очень большая часть этих автомобилей так или иначе в свое время побывала в ДТП. Поэтому особо пристальное внимание обратите на то, чтобы у автомобиля, который вы смотрите, как говорится, были целые кости. Качество окраса кузова у Lexus AS весьма и весьма неплохое. Слой окраса абсолютно стандартный для Toyota, до 140 микрон он доходит. И на этом автомобиле очень и очень страдает от сколообразования передняя часть. То есть в том, что касается капота, передних крыльев. Поэтому, если вы смотрите AS и вы видите наличие косметических окрасов по передней части, конечно, стоит посмотреть внутрянку автомобиля пристальнее, но по большому счету, так или иначе, большинство, если не все АЭС на рынке, косметические подкрасы нет-нет да имеют. Из каких-либо характерных особенностей АЭС, которые стоит проверить перед покупкой, которые не относятся к двигателю либо коробке передач, можно отметить следующее. Первый момент – это забитый дренаж системы кондиционирования. Проявляется это дело в виде появления лужи воды в салоне на полу. Решается она удалением либо чисткой, либо заменой резинового клапана сливного системы, который находится в полу кузова, в аккурат над коробкой передач. То есть добраться туда руками – то еще занятие. Однако, если вы посмотрите опыт владельцев АЭС, то достаточно большое количество людей все-таки эту операцию проделывало. После удаления клапана и чистки дренажа все приходит в норму. Также при тест-драйве обратите внимание на то, насколько шумно работает вентилятор отопителя, если он уже визжит на больших оборотах. Очень велика вероятность в скором времени попасть на его замену, ну, либо обслуживание. В целом, тойотовским инженерам, проектировавшим АЭС, стоит отдать должное за расположение компонентов системы климата. Как моторчики, так и
фильтра находятся, можно сказать, в эталонной доступности. Чтобы поменять на АЭС салонный фильтр, вам даже не придется разбирать бардачок, как это происходит на большинстве моделей. Кроме того, у АЭСов бывают проблемы с подрулевым шлейфом. Соответственно, проконтролируйте момент, чтобы все кнопки, которые у вас есть на рулевом колесе, были исправны, работали и свои функции выполняли. Ну и третий момент, если автомобиль, который вы смотрите, оборудован климатической системой с тачскрином, то есть вы имеете большой экран, реагирующий на нажатие, обязательно убедитесь, что эта система работоспособна. И в этом вам поможет достаточно длительный, ну, длительностью более 3-5 минут тест-драйв, поскольку проблемы, со шлейфом экрана на АЭС достаточно часто встречаются, и менять головное устройство удовольствие достаточно недешевое. Поэтому, если вы смотрите машину, где есть монитор, обязательно удостоверьтесь, что он работает и работает должным образом. Итак, переходим к обсуждению подкапотного пространства нашего АЭС-250. Здесь у нас установлен двигатель, который носит маркировку 4GR-FSE. Данный двигатель представляет собой V-образную шестерку с алюминиевым блоком цилиндров. Здесь у нас два распредвала на каждую голову. Здесь у нас установлена система Dual VVTi, так называемая, то есть двойной фазовращатель и на впуске, и на выпуске. Здесь мы имеем прямой впрыск топлива. Соответственно, у нас есть топливный насос высокого давления, форсунки высокого давления. Также на данном моторе из особенностей стоит отметить впускной коллектор с изменяемой геометрией, и привод ГРМ на нем выполнен цепью. Забегая вперед, скажем, что 4GR – это надежный двигатель. Данный мотор имеет объем 2,5 литра, мощность 208 лошадиных сил. Как видно из названия, а двигатель этот относится к семейству GR, которая ставилась на Land Cruiser Prado, 1GR на Lexus RX 350, 2GR. Также версии 2GR 3,5-литровые с прямым впрыском устанавливались на тот же самый кузов, версия Lexus AS350 и так далее. То есть линейка моторов, она достаточно обширная. И по большому счету, если мы говорим про 4GR, то особенностей каких-то, на которые стоит обращать внимание при эксплуатации, здесь не так много. Мотор надежный, но есть пара моментов. Первое. Для данных двигателей, так же как и для двигателей старых серий GR-FE, очень характерна проблема подтекания масла по трубкам маслоподачи на муфты VVTi. Соответственно, если вы смотрите автомобиль, обращайте внимание, чтобы по передней части двигателя не было никаких подтеков, соплей, и чтобы эти трубки у вас не были мокрыми. На данном двигателе трубки маслоподачи уже выполнены полностью металлическими. На старых моторах на некоторых версиях попадались резинометаллические трубки. Как раз вот эта резиновая часть и была ахиллесовой пятой данного узла. Трубки эти недорогие, меняются они здесь достаточно такие несложно, но знать про них будущему владельцу надо и, соответственно, обращать на это внимание. Второй момент. Данные двигатели могут издавать характерный стрекот, скрежет при запуске в первые секунды. Это также фазовращатели. Это особенность мотора, то есть кидаться, менять муфты по этому поводу сразу не нужно. Можно с ними ездить и ездить достаточно долго. Но особенность такая есть, к ней нужно просто привыкнуть. Что касается ресурса цепи ГРМ на данных двигателях, это порядка 300 тысяч километров пробега до ремонта. Также GR моторы очень-очень не любят перегрева, поэтому за частотой основного радиатора охлаждения необходимо следить. Также необходимо вовремя менять масло. Вовремя по регламенту производителя это 10 тысяч километров, но его лучше подсократить до 7-7,5 тысяч. Также из особенностей данного двигателя, так же как и на многих Toyota, как и на Toyota Camry, как и на Prado, иной раз не отличается каким-то диким повышенным ресурсом насос системы охлаждения, помпа. Порядка 60-70 тысяч километров этот узел выхаживает, далее его лучше менять. Также к пробегу порядка 150-160 тысяч километров некоторые владельцы АЭС сталкивались с необходимостью замены обгонной муфты генератора. Ну, соответственно, проблема с генератором вам просигнализирует соответствующий значок на приборной панели. Также на этом моторе Toyota применила гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, поэтому регулировать клапана будущим владельцам АЭСа не придется никогда.
Завершая разговор про данный двигатель, также стоит упомянуть так называемую проблему пятого цилиндра. То есть, что подразумевается? Первоочередно на этих двигателях проблемы с компрессией, например, начинаются при продольном расположении на пятом цилиндре. Связано это по разным предположениям, как, возможно, с недостаточностью охлаждения, с какими-то конструктивными просчетами и так далее. Проблема эта может проявляться как в виде потраивания, потери тяги, то есть автомобиль теряет динамику. Как правило, данная проблема также сопровождается ошибками по пропускам зажигания по пятому цилиндру. Перестановка катушек свечей, как правило, уже ничего не дает. И становится понятно, что пятый цилиндр изрядно пострадал и необходимо либо капиталить мотор, либо менять его на контракт. Забегая вперед, скажем, что если вы выбираете для себя именно АЭС, то для этого автомобиля и для моторов 4GR эта проблема, она не столь характерна, как для собрата по концерну Lexus GS300. На GS-ах, скажем, пятый цилиндр попадается где-то в случае 6-7 случаев на 10 автомобилей. У АЭСов статистика гораздо более оптимистичная – 1 на 50. Хорошая новость для владельцев АЭС-250 заключается в том, что 4GR устанавливался на огромное количество моделей Toyota для внутреннего рынка, в том числе это и Crown, и Mark X и так далее. И, соответственно, найти донорский агрегат с небольшим пробегом в хорошем состоянии в ближайшие пару лет еще будет возможно. Но чтобы не заморачиваться с заменой двигателя сразу после приобретения, проведите тщательную диагностику. И в этом случае вы будете знать, что при соблюдении регламента замены масел, использования качественного ГСМ, ваш мотор способен будет отходить порядка 300 тысяч километров пробега, а возможно и больше. Теперь о коробках передач АЭС-250. Механику оставим за скобками. Вряд ли кто-то будет целенаправленно искать себе АЭС на механической трансмиссии. Что касается автоматов, на варианты разных АЭСов с разными двигателями шли и коробки также разные. На нашем 2,5-литровом 4GR установлена автоматическая коробка передач маркировкой A960E. Это Aisin, производитель. Коробка передач это не доставит вам проблем при условии, что вы ездите на автомобиле сугубо в гражданском режиме. Соответственно, вы, как будущий владелец АЭС, должны знать и понимать, что у этой коробки очень и очень слабая система штатного охлаждения. Соответственно, если вы смотрите автомобиль, где предыдущий владелец поставил дополнительный радиатор на коробку передач, тем лучше. А если нет, то имеет смысл озаботиться этим и снабдить коробку охлаждением с завода непредусмотренным. Особенно если вы планируете машину эксплуатировать в активном режиме, либо часто ездите по трассе на больших скоростях. Не самый оптимальный температурный режим работы вкупе с базовым программным обеспечением коробки, в общем-то, способны в обозримом будущем 960-ю трансмиссию добить. Поэтому, если вы планируете, опять же, использовать автомобиль очень и очень активно, возможно, вам, как будущему владельцу, имеет смысл задуматься о переходе на 761-ю КПП от версии с мотором 3,5 литра. Такая коробка проходит уже намного дольше. Опять же, залогом долгой службы вашей КПП будет замена масла не реже, чем раз в 50 тысяч километров пробега. Что касается подвески Lexus AS, надо сказать, она весьма и весьма ресурсная. Первые вопросы возникали при пробегах порядка 150 тысяч километров. Первыми в подвеске AS, как правило, просятся на замену нижние шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего переднего рычага. Также необходимо поглядывать за состоянием пыльников на верхних шаровых опорах. По сути дела, если вы берете автомобиль с пробегом 100-150 тысяч, скорее всего, еще в течение 50-100 тысяч километров пробега, если вы и будете что-то менять по рулевому, это будут наконечники и рулевые тяги. Что касается задней подвески, на АЭС-250 задняя подвеска многорычажная, соответственно, у нас есть большое количество сайлентблоков, и состояние этих самых сайлентблоков обязательно проконтролируйте при покупке, при осмотре автомобиля снизу. На что стоит обратить пристальное внимание при покупке автомобиля, так это на задний редуктор. Задний редуктор на АЭСах достаточно слабый, если можно так выразиться, в том плане, что даже 2,5-литрового базового двигателя достаточно для того, чтобы этот самый редуктор при должном, в кавычках, умении
добить. Соответственно, при осмотре обратите внимание, чтобы сальники редуктора у вас не бежали, ни сальник хвостовика, ни сальники приводов. И крайне желательно послушать редуктор на предмет воет, не воет, не только на тест-драйве автомобиля. Из-за хорошей шумоизоляции начинающийся гул редуктора вы можете и не услышать. Но также и снизу при осмотре автомобиля вывесить его на подъемнике, разогнать и послушать, нет ли постороннего звука из редуктора, дабы не попадать сразу на замену этого агрегата. Как и в случае с двигателем, как и в случае с коробкой передач, ваш агрегатный донор все тот же Mark X 120 кузов. Итак, какой общий вывод можно подвести по Lexus IS 250? В целом автомобиль получился у концерна Toyota весьма и весьма неплохим. И будучи куплен в хорошем состоянии, данный автомобиль действительно способен прослужить очень и очень большое время без каких-либо серьезных глобальных вливаний денег. Одним из плюсов данного автомобиля является старая тойотовская традиция унифицировать модели концерна по агрегатам и узлам. Возможно, когда этот автомобиль был новым и был выброшен на рынок для конкуренции с такими метрами компактных заднеприводных седанов, как BMW, Mercedes, этот автомобиль и казался простоватым как по конструкции, так и по части содержания в себе агрегатов от базовых моделей концерна. Но когда речь идет о машине, которой минимум 7 лет от роду, этот фактор скорее плюс. Вкратце, в активе хороший ресурсный двигатель, кузов, который не имеет каких-либо явно выраженных проблем с коррозией, и весьма и весьма надежная электрика. В общем, если вам нужен компактный заднеприводный спортседан, то Lexus IS 250 – это весьма и весьма рациональный выбор. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте в комментариях какие-то.